Весь мир вспоминает сегодня одну из самых страшных техногенных катастроф 20 века. Ровно 33 года назад в результате аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел значительный выброс радиации. Существенно загрязненными оказались территории Украины, Республики Беларусь и европейской части России. Воздействию радиации подверглись почти 8,5 миллионов человек в трех пострадавших странах. Дань памяти событий тех лет отдали в Десногорске. Наш долг всегда с благодарностью помнить о героях, которые день и ночь самоотверженно боролись с последствиями техногенной катастрофы. На памятном митинге присутствовали представители администрации, предприятий города, духовенства и политические деятели. Мы сегодня собрались отдать дань уважения ликвидаторам аварии. Чернобыльская катастрофа, она не только унесла жизни ликвидаторов, но и до сих пор уносит жизни многих наших граждан. Мирный атом, он до того времени и до той поры мирный, когда с ним мирно обращаешься, вольно с ним обращаться нельзя. И он дал нам горький, но правильный урок. Минутой молчания почтили память тех, кто ценой своего здоровья, а иногда и жизни, не раздумывая, отправлялся в самое пекло Чернобыльской катастрофы. В завершении митинга к подножию монумента жертвам радиационных катастроф легли цветы. Благодарность за героизм ничем не измерить, ее можно только выразить, радуясь каждому дню, за который было отдано так много чужих жизней. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.